Поскольку я практикующий психотерапевт, то в процессе работы стало понятно, что разные люди по-разному имеют один и тот же симптом, да, невротический, но содержание этого симптома у них разное. И это было, конечно, совершенно удивительным зрелищем, потому что... И вот стало понятно, что внутри этой разности, этого отличия, находятся наши с вами базовые биологические потребности. Потому что мы с вами фундаментально отличаемся тем, какая из потребностей у нас более выраженная, более яркая. Когда это стало очевидно, стало понятно, что мы имеем здесь дело с тремя совершенно разными типами людей. Самое было сложное – это показать, как наше мышление, да, то, как мы думаем про мир, зависит от наших этих базовых психобиологических особенностей. В одних обстоятельствах будете более успешны, чем в других. И это очень важно понимать, где ваши сильные стороны, где ваши слабые. На мой взгляд, это такой ключ вообще к собственной жизни. Как научиться своей жизнью управлять так, чтобы все, что есть сильное и наиболее ценное, эффективное в рамках вашего типа мышления, использовать и знать, где у вас будут возможные ошибки, где вы можете оступиться, и вы сможете спокойно идти по минному полю.